Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Розговіяння після 40 днів посту. Як правильно виходити з Великого посту і чим може бути шкідливим переїдання? Сьогодні будемо говорити разом з нашою гостею. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» експертка з харчової поведінки Олеся Тимохіна. Олеся, я вас вітаю в нашому прес-центрі. Рада вас бачити. Дійсно, яйця, м'ясо, кулічі пасхальні – все це з'явиться на столах українців. Не всі дотримувалися посту, і тим не менш таке розговіння завжди всі дуже серйозно до нього підходять, завжди столи наші ломляться від великої кількості їжі. Скажіть, будь ласка, як це може зашкодити організму, як все ж таки правильно діяти тим, хто притримувався цього посту? Я хотела поздороваться. Здравствуйте, дорогие друзья. Всех нас с наступающими праздниками, здоровья, радости вам, ваши семьи. И что я хотела сказать? Да, после ограничений, например, вот 40 дней вы держали пост, да, действительно, будет желание переесть. Ну, это вполне разумно и обоснованно, да. После любого ограничения всегда начинается переедание. Но действительно можно с этим как-то, ну, не хочу говорить побороться, но, в общем-то, есть некоторые секреты, как не переесть в такие моменты, когда действительно стол ломится от еды. Надо быть очень внимательными и думать перед тем, как вы едите. В общем-то, что такое вот куличи, эти колбасы? Ну, это для нас какой-то праздник и деликатес. И как любой деликатес, мы едим все вкусное маленькими порциями. И очень хорошо думаем, когда мы насытились. Это самое главное во время еды – думать о еде. И выбирать самое вкусное, что вы можете выбрать, просто съесть маленькую порцию, а не переедать. И я думаю, это, ну, такой важный секрет, который поможет съесть меньше. Багато хто вважає, що можна достатньо випити якихось пігулок, таблеток, які допомагають травленню. Чи дійсно це так? І чи не нашкодять такі таблетки і пігулки? Ну, такі таблетки, да, які підтримують там функцію, да, поджелудочної желези, вони можуть, звісно, облегчити стан при перееданні. Але для нашого організму, який перенасытился там холестерином тот же от колбасок, да, ну, эти таблетки, ну, не слишком помогут. Они помогут нам не чувствовать боли или там легче справиться с этой пищей. Но, в общем-то, ну, это достаточно такой шаткий путь. И все-таки лучше подумать, прежде чем вы едите, и просто съесть меньше. Просто внимательно смотреть на пищу, пережевывать, любоваться этой пищей, там, вкус чувствовать, и тогда вы съедите меньше, и не надо будет помогать себе таблетками. Можливо, є якісь продукти не фармацевтичні, а от там, не знаю, кисломолочні, які все ж таки допомагають нашому травленню впоратися. Да, есть такие продукты, это, например, та же зелень. Если мы хотим съесть какую-то жирную колбаску, но мы съедим такой хороший пучок зелени при этом, ну или там свежий огурчик тоже, то это очень сильно поможет. Вот этот, ну, такой состав, клетчатка, она очень сильно поможет переварить эту жирную колбасу, допустим, которую вы едите. И тогда, ну, можно не прибегать к помощи таблеток. Просто понимать, что вот этот жирный продукт – это маленький какой-то кусочек, ну, а основное – это всё-таки зелень и клетчатка. В общем, замените вы салатом лучше то, что вы едите, и съешьте поменьше. Якщо все ж таки переїв, да, вірогідність того, що з більшістю так, на жаль, буде дуже велика, да. Хтось починає себе сварити, хтось починає потім себе навіть якось карати, відмовляти, обмежувати себе у наступних днях у їжі. Як правильно діяти, якщо ви все ж таки переїли, що робити?
Ну, конечно, самое главное себя не наказывать за это. Просто понимать, что да, праздник, да, вот переели. Просто если вы начнете себя винить, стыдить, наказывать, вы съедите в итоге потом еще больше. Или если вы там начнете с понедельника не есть, то к среде вы, возможно, еще съедите еще больше. Просто, ну, что такое вот здоровое пищевое поведение? Даже, да, мы все живые люди, даже если вы переели. Просто понимаете, что на следующий день можно съесть поменьше или пищу выбрать такую более полезную. Но ни в коем случае себя не наказывать, не ограничивать. Ну, в общем, главное не начать вот винить и стыдить себя, потому что это вот как раз скачок к психологическому такому... Ну, обвинению себе. Один із не один, а навіть, а найважливіший елемент на столі – це все ж таки пасхальний куліч. До того ж, зараз господині готують або купують не тільки ось ці класичні кулічі, а й видумляють якісь різноманітні нові рецепти, це і крафіни, і кекси. Тобто, ось такий період Пасха – це коли ймовірність того, що ми з'їмо дуже багато цукру, дуже багато солодкого, вона велика. Розкажіть, будь ласка, як цукор впливає на наш організм і чому більшість дієтологів, от експертів з харчової поведінки, його називають наркотиком? Ну, да, действительно, сахар влияет на наш организм, потому что, ну, вы, может быть, обращали внимание, что если вы свое утро начинаете с сладкого, вы это сладкое будете потом хотеть целый день. И как раз вот сахар и запускает эти инсулиновые качели, такой аппетит нездоровый, когда хочется чего-то там сладенького или вообще чего-то хочется. В общем, сахар запускает наш аппетит, и мы едим больше. Ну, насколько я понимаю, что во время, в этот период Пасхи, да, мы все равно съедим, ну, кто больше, кто меньше, пасочки сладенькой, я все-таки... Но рекомендовала бы после периода праздников как-то, ну, пересмотреть свое питание и сахар минимизировать, чтобы дать организму хоть как-то отдохнуть и очиститься. Потому что, да, действительно, сахар влияет и на поджелудочную железу, и на наше настроение, и на наше самочувствие, и на отеки. Да, действительно, он влияет. Ми з вами говорили про те, що відмовитися від якоїсь поганої звички можна за 21 день. Розкажіть, будь ласка, про марафони без цукру, які проводите ви, і як взагалі це впливає на людський організм, відмова від цукру? Да, вот несколько лет тому назад у меня такая была тоже интересная идея отказаться от сладкого, потому что я заядлая сладкоежка, и я после каждого приема пищи мне обязательно надо было заесть конфетой. И тогда мне интересно было, и я создала свой первый марафон без сахара в 21 день. 21 день как раз для того, чтобы избавиться от этой вредной привычки. И на что я обратила внимание, что когда перестаешь жить без сладкого, то есть исключаешь только рафинированный сахар, абсолютно меняется тогда все питание. Тогда меньше хочется есть более полезные продукты, голод уменьшается, и сытость она увеличивается, удлиняется. То есть я поняла, что мне не хочется есть каждые 2-3 часа, а хочется там каждые 4-5 часов. И это очень ценно для тех, кто склонен к перееданию. Уходят отеки. В общем, как-то меняется все отношение к еде, когда исключаешь всего лишь рафинированный сахар. И тогда фрукты становятся очень сладкими, орешки становятся очень сладкими. И что я сейчас могу предложить вам, друзья? Вот я 5 мая запускаю очередной свой марафон «21 день без сахара». Присоединяйтесь, я буду вести марафон ежедневно, подключать диетологов, нутрициологов, и мы вместе сможем тогда избавиться от этой вредной привычки и по-другому посмотреть на сахар. Не на как зависимость, а как на деликатес, как что-то вкусное, но не требует есть это каждый день.
Які, можливо, є продукти, якими можна замінити цукор? Ви зазначили за фрукти, і все ж таки, як от що вживати замість солодкого, замість цукру? Но опять же, когда я стала вести марафоны без сахара и пересмотрела, допустим, привычные продукты, в которых, ну, все равно входил сахар, я обратила внимание, что, допустим, когда обходишься без сахара, очень сладкими становятся орехи. Они очень сладкие. Потом, допустим, в эко-магазинах есть разные чипсы, допустим, из клубники, из яблок. Они очень вкусные и они полезные. Но они имеют сладкий вкус, потому что все равно сладкий вкус мы хотим. Но это не обязательно рафинированный сахар, потому что даже вот мы говорили о том, что инжир, если его размочить в воде, такой настоящий, не сахарный, он очень вкусный. Миндаль, он очень полезный, если его на ночь размочить в воде. Тогда утром с кофе, ну, это вкусно и полезно. Скажіть, а яке ваше ставлення до коричневого цукру? Тому що ми говоримо про рафінований, чи є між ними різниця і чи треба відмовлятися, наприклад, від нього також? Коричневый сахар, да, он менее вреден, но опасайтесь подделок на нашем рынке, потому что лучше обойтись без него. На самом деле, то, что я предлагаю в своем марафоне, те, кто ну, совсем не может без сладкого, мы включаем 2 чайные ложки меда. И это намного-намного полезнее и рафинированного, и коричневого сахара. Если кто не любит мед или аллергия, ну, тоже возможна альтернатива – это кокосовый сахар. Даже в тот же кофе добавить кокосовый сахар – это еще и вкусно. То есть альтернатива есть. И первые дни, когда ну, сложно без сахара, когда организм перестраивается, да, можно добавлять мед. Но если ну, совсем уж не выдерживаете. Но когда я, допустим, стала проводить марафоны, я для себя, ну вот не знаю, я до этого как-то к помело относилась абсолютно нейтрально. И я так открыла для себя и полюбила этот фрукт. Он и сладкий, и вкусный. Но для меня он был... Я не знаю, лучше всякого пирожного. Дійсно, змінюються смаки. Вообще меняются, да. И понимаешь, что банан целый съесть очень трудно. Он очень сладкий на самом деле. И когда, вот еще что, интересная такая деталь, когда убираешь сахар, почему-то меньше хочется мучного. Ну да, есть вот теория, что, допустим, мука, сахар и крахмал, они вызывают зависимость. И когда убираешь сахар, то тогда почему-то не хочется есть и муку, и крахмал. И многие участницы марафона отмечали свое желание перестать и мучное есть, ну где-то в середине марафона. Ну и действительно пересматриваешь свое питание, потому что нет вот такого жгучего аппетита сахарного. И тогда уже можно включить голову и спокойно подумать, что мне полезно, а что мне не полезно, что мне хочется, а что мне не хочется, когда нет сильного аппетита, а просто есть голод, который надо утолять. Якщо, знову ж таки, говорити про ваш особистий досвід і про зміни, які ви відчули після проходження цього от марафону без цукру, окрім харчування, окрім поглядів на їжу, що ще змінилося? Тому що ми розуміємо, що там це може вплинути якось і на стан шкіри, волосся. Що змінилося як всередині, так і ззовні? Конечно, изменилось, потому что в первые же дни отказа от сахара я замечала, что пропадает отечность. Есть даже вот такой феномен лицо любителя сладкого, очень отечное лицо, под глазами, щеки отечные, сходит этот отек. Потом выравнивается психологический фон, потому что делает сахар? Он дает скачки инсулина, и наше настроение получается ну, достаточно нестабильно. Да? Мы поели сладкого, нам раз, всплеск пошел, вроде нам так хорошо. Потом уровень инсулина падает, и нам опять грустно, и нам надо опять съесть какую-то конфету, чтобы опять нам стало хорошо. И это, конечно, ну, наша нестабильность, она тогда увеличивается. Ну, психологическое. И когда просто убираешь рафинированный сахар, психологический фон становится более ровным. Ну, и это достаточно приятное состояние. Дійсно, треба
треба спробувати, я думаю, кожному для того, щоб і психологічний, і стан був у нормі, і, як ми вже зазначили, ззовні. Тим більше, що зараз такий класний період, зараз, ну, сонечко, зараз уже тепло, і зараз уже не хочеться жирного, сладкого в таких количествах. И самый классный момент как раз запустить вот этот детокс для своего организма, чтобы он уже почистился после зимы, после наших злоупотреблений и жирным, и сладким. Ну, сейчас, мне кажется, все распускается, природа распускается, и нам пора тоже о себе позаботиться. Тем более сейчас и салаты есть, ну и правда, и жирного не хочется, и сладкого, и много других удовольствий получается, кроме еды и сладкого. До початку прес-конференції ми з вами говорили, що у багатьох от є таке уявлення, що перед активною мозговою діяльністю, мозковою роботою нашого мозку, обов'язково треба з'їсти щось солоденьке, щоб його робота була більш продуктивною і він працював краще. Що ж робити, якщо ми відмовляємося від цукру, як нашому мозку допомагати працювати? Ну, нашому мозку на самом деле не сахар нужен, а глюкоза, которая, ну, ее достаточно в яблоках. И вот даже проводились исследования, что если съешь одно яблоко, это равноценно чашечке кофе, потому что там уникальный просто состав и сахаров, и полезных веществ, которые, ну, могут стимулировать нашу активность мозга. Если у нас есть такая потребность как-то, я не знаю, ну, вот перед выступлением там, или перед экзаменами, ну, самое лучшее, что мы можем себе позволить, это съесть яблоко или ягоды какие-то, или другой фрукт. Это будет намного-намного полезнее. Що ж, повертаючись до теми пасхальної, скоро свято, чи будете ви готувати кулічі і чи збираєтесь якось замінювати у ньому цукор? Вы знаете, мне очень повезло, я не люблю мучное. Я люблю сладкое, но я не люблю мучное. Поэтому я не буду готовить куличи. Я просто, да, дань традиции, да, я куплю хороший кулич, там, ну, мы его съедим, скорее всего, и, ну, на этом мы закончим. Потому что, ну, мне вот просто повезло, что я не люблю мучное. Багато хто, от, щоб якось себе обмежити, купує або готує сам сирні паски. Як ви вважаєте, чи корисні вони, чи можна дійсно таку альтернативу використовувати? Мені кажеться, тут така дуже спорна альтернатива, тому що, ну, і сирні пасхи, да, вони все одно дуже жирні, вони дуже сладкі. И тут особой разницы нет на самом деле. Просто важно понимать, что, ну, это все-таки праздник. И праздничные блюда, они вкусны именно в маленьких каких-то размерах. И еще очень важно, ну, то, что я обычно обучаю людей на своих семинарах и тренингах, чувствовать, как меняется вкус. Потому что первый кусочек, он самый вкусный. И если мы позволим себе есть медленно, но не запихиваться этой паской, мы поймем, что следующий кусок уже обладает другим вкусом, а третий кусочек, он уже и не такой вкусный, и самое время остановиться. Потому что есть классная диетическая такая пословица, что второе печенье точно такого же вкуса, как и первое. Не обязательно его есть второе. Що ж, я вдячна вам за нашу прес-конференцію, вдячна за ваші рекомендації. Сьогодні говорила про те, яким має бути пасхальний стіл і як зробити так, щоб ви не переїли, чому важливо відмовитися від цукру, які зміни відбудуться в вашому організмі, якщо ви все ж таки спробуєте це зробити. А відповідала на всі наші запитання наша гостя, експертка з харчової поведінки Олеся Тимохіна. Ще раз вдячна вам за наше спілкування. Да. Я приглашаю на свій марафон, моя страна в Фейсбуке Олеся Тимохина. Там все условия, все о марафоне будет на этой странице. С 5 числа можно начинать собирать группу и поддерживать друг другу в этом интересном пути. Що ж, сподіваюсь, дійсно, наші глядачки, і не тільки глядачки, і глядачі, все ж таки, прошу вибачення. Наважиться. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!